Экономическая ситуация в России стала, пожалуй, главной темой ежегодной пресс-конференции российского президента. За несколько часов Владимир Путин ответил на самые животрепещущие вопросы. Журналистов, а их в зале было более 1000, интересовала в основном тема рубля и стабильности. Ситуация может выправляться и раньше. Она может начать выправляться в первом, во втором квартале, в середине следующего года, либо в конце следующего года. Этого никто не может сказать. Здесь очень много факторов неопределенности. Последние два дня стали настоящим испытанием для россиян. Владимир Путин считает, что экономический кризис в России продлится не больше 2 лет. При этом он не исключает, что цены на нефть могут снижаться и далее. Президент России повышение кредитных ставок Центробанком с 11 до 17% назвал вынужденной мерой. Он также затронул экономическую ситуацию и в нашей стране. Владимир Путин убежден, что Казахстану будет легче преодолеть экономический кризис после того, как заработает Евразийский экономический союз. По его словам, Казахстан, как и Россия, нефтедобывающая страна и выйдет из кризиса со знаком «плюс».